Привет, друзья, подписчики мои, с вами Экей Неугомонный Блейдер, Экей Неугомоша, Экей Байзон, Экей Лучший Ведущий. И как я обещал, сегодня будет трипл-трейд матч, матч тройной угрозы. Ревайва Феникса против Арчера Геркулеса против Имперера Форнеуса. Самые мощные блейды, еще Фафнира не хватает. Так, ну что, погнали. Запускать буду совершенно по-разному каждый раз, посмотрим вообще, что получится. Получится ли у меня вообще запустить три блейда на арену. Погнали, раз, два, три. Это серьезный бой. Я, наверное, считать бои не буду, просто буду комментировать. Ну, посмотрим, что будет. Геркулес в центре ринга, Форнеус и Феникс гоняют вокруг него. Видите, друзья, самый... Выиграл сейчас Геркулес. Вот на арене Циклон было прошлое видео, гляньте на канале, вчера вышло. Там Геркулес на арене Циклон проигрывал, здесь Геркулес побеждает хорошо. Все самые сильные блейды на букву Ф. Фафнир, Феникс, Форнеус, Фа-Фа-Фа. Ну и Геркулес просто так вписался. Итак, у нас Фубуки, Хоуи и Фита. Ну что ж, давайте проведем еще один раунд. Погнали. Первый. Феникс. Геркулес. Феникс занимался. А теперь смотрите, что происходит. Феникс пытался занять центр ринга. Они все защитные или выносливые. Это все одно и то же. Я показывал ролик Большой Мэн Бейблейд. Защита, выносливость, поверьте мне, не имеет никакого значения. Это одно и то же. И смотрите, побеждает сейчас Форнеус. Я не помню, каким по счету его запускал. Ну, интересно, интересно. Тройные матчи, конечно, да. Они всегда непредсказуемы, необычны и разные. Поехали. Феникс. Геркулес. Форнеус. Вау! Форнеуса выбивают за пределы ринга. У меня просто скотч немножко поломался. Вам не видно, да, что происходит на ринге? Вот что происходит на ринге. Месилов. Вот. И в данном случае побеждает Арчер Геркулес. Причем солидным отрывом, учитывая то, что мы уже выкинули Форнеуса за пределы ринга. Итак, следующая битва. Феникс. Опа. С Феникса рама слетела. Ну так интереснее. Поехали. Вот так вот. Матч тройной угрозы. Воу-воу-воу, you know it. Па-п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 а. Форнеус одолел кого-то. Итак. Итак, что же будет дальше? Следующая битва. Какая вы думаете? Правильно, Форнеус, Геркулес, Феникс. Вот такие дела. Надо еще Фафнера потом будет пригласить. Но Фафнер и ТСБ очень слабовато. Если все эти ребята еще тянут, то Фафнер и ТСБ, ну такое. Выкинули Форнеус из центра ринга. И сражаются вдвоем. И все равно, видите, они все устремляются в центр. И здесь, по сути, вот сейчас выиграл Феникс. Здесь, наверное, больше зависит все-таки, да, от запуска. Ну, потому что, как еще здесь судить? Только вот от запуска зависит абсолютно. И здесь какую-то комбинацию в тройных матчах, наверное, вас не найти. Ну вот сейчас Форнеус был запущен последним. Посмотрим, доживет ли он до финала. Или все-таки они вдвоем смогут его зафигачить. Как-то, как-то так. Да, видали, вот все, Форнеус победил. Молодец, Форнеус. Давайте проведем такой же эксперимент. Запустим еще раз Форнеуса последним. Ну посмотрим, по крайней мере, что будет. Итак, запускаем. Феникс. Опа. Геркулес. Форнеус. Ну да, Феникс был запущен первым, и он слетает рамой и сдается. Геркулес с Фениксом еще Форнеусом базюкаются, но все равно побеждает Форнеус. Ну да, наверное, все-таки здесь важно, ну, черед. Здесь особо-то, наверное, ничего не сделаешь. Ну хорошо, давайте запустим, например, Феникса первым. Не Феникса, а Форнеус первым. Попробуем, что посмотрим, что будет. Вау! Геркулес попал в ловушку и вылетел за пределы ринга. Феникс сражается там еще с Форнеусом по центру. Ну, даже не знаю, друзья, даже не знаю. Все, будем проводить последний бой, ролик заканчивать. Па-п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 а. Мистер Саймон. Да, Форнеус проиграл. Да, надо будет сделать реальный ролик Форнеус, Феникс, Фафнир. Вот так, вот так, вот так. Друзья, подписывайтесь на... О, красивый финал, да? Подписывайтесь на канал, ставьте лукса, нажимайте на колокольчик. С вами был лучший ведущий, Неугомонный Блейдер. Были три классных участника сегодня у нас. Причем даже сегодня не было взрывных финишей.
Всем удачи, всем пока-пока, скоро будут новые ролики.